Вообще в Египте. Он нас вообще в Египте у нас. Это страна полицейских, так можно сказать. Можно так сказать. У нас здесь дорожная полиция, у нас морская полиция, туристическая полиция у нас вообще. Потому что наш президент Хусни Мубарак был военным офицером, поэтому мы будем полицейским. У нас вообще в Египте у нас, чтобы быть полицейским, как быть богом. У нас вообще в Египте. Очень хорошо заработать деньги. Полицейских офицеров у нас вообще в Египте. Где-то по 2000 долларов. 2000 долларов или даже больше. Это зарплата. Ну тут же взятку тут же берут. Ну как у всех у нас так же. Поэтому у нас, да. У нас средняя зарплата у нас вообще в Египте где-то примерно 150 долларов в месяц. Ну там мало, конечно. Но которые работают нефтяников, например, врачи, инженеры, полицейских офицеров у нас вообще в Египте. Очень хорошо зарабатывают деньги. На 2000 долларов или даже больше. У нас вообще в Египте. Ну еще тоже.